Вот запомните, 8 упражнений по 8 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Потом поворачиваем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Потом навстречу друг другу ручки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Потом тыльная поверхность правая бьет по левой. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Наоборот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раскрыли пальчики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Поменяли местами. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Расчесочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот у нас 8 получилось таких. И вот это упражнение завершающее. Можете себе эту воротниковую зону помассировать. Прорабатываются все мелкие и крупные сосуды и прорабатываются все зоны организма. Вот тут у нас находятся почки. И если мы делаем это регулярно, мы восстанавливаем функцию почек. Просто сразу глаза открываются, кровообращение мозгового улучшается. И, конечно, профилактика хорошая.